Приветствую, авантюристы! Вы на канале Дед Сергей. И сегодня я прошел Baldur's Gate 3. Потратил я на это 283 часа. Играл я за персонажа Темный Соблазн. Вопреки своему прошлому и всем врагам, я выбрал сторону добра. Далее, как ты понимаешь, будут спойлеры, поэтому если ты их боишься, то я вообще не понимаю, зачем ты включил данный видеоролик. Итак, отыгрывали мы с тобой максимально доброго героя. Я спасал всех, кого только можно. К финальной битве я собрал всех, до кого только смог дотянуться. Со всеми спутниками, которые разделяли мое приключение, у меня были максимально хорошие отношения. Друид так вообще все время пытался залезть ко мне в трусы. Но я выбрал Shadowheart. Она у меня встала на путь добра, соответственно, я последовал за ней. Также мы прошли полностью квестовую цепочку Уилла и убили дракона. Если интересно, есть видео в подсказке сверху. Ну и, конечно же, моя любимица Карлах. При первой же возможности я бросал все, чтобы починить ее адское сердце. В конце концов, у нас это как бы получилось, но, к сожалению, Карлах оставалась недолго. Под конец она предложила стать Иллитидом. Я не смог ей отказать, потому что иначе бы она умерла. Наверное. Поэтому под конец именно она поставила точку в этой истории. Великолепнейшая игра, у которой столько плюсов, что о минусах как-то даже и говорить не хочется. Но они есть, и возможно, после второго или третьего прохождения мы с тобой запилим обзорчик на эту игру. Но это все водичка. Итак, мы с тобой сегодня собрались для чего? Для того, чтобы посмотреть секретную сцену после титров. Не знаю, была ли она у тебя, поэтому, собственно, решил показать. Gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel, felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Ну вот, в принципе, и все. Теперь мы с тобой однозначно пойдем за платиной. Если видео понравилось, пригодилось, ставь лайк. Если хочешь поддержать канал, то подпишись на канал. Ну и все, друзья. Всем пока-пока.